Всем привет! Сижу в машине, отогреваюсь, конечно, чтобы не сделать видео. Сейчас я поеду в Леруа Мерлен. Наконец, я надеюсь, я куплю плинтуса, которые мне нужны. Еще там по мелочи всякой ерунды. Ну, будем двигаться в сторону ремонта. У нас, кстати, сегодня такой снег. Но это даже он не как снег, а он как крупа идет. Я вам сейчас покажу. Видите, во-первых, как занесло лобовое стекло. Естественно, все эти. Но сейчас мы отогреемся. И вот он как крупа. То есть, видите, он состоит не из снежинок, а из крупы. Вот такая вот ценная для вас информация. Время час дня. Едем. Я на месте, припарковалась уже. Здесь сегодня есть места, и вообще очень хорошо в будний день в больших гипермаркетах. Все, пошли за покупками. Эти елочки еще стоят. Макеты. Такие вот коврики есть, 12 рублей. Но я возьму его под наполнитель кошачий. Так, ну вот они плинтуса. И вот они белые плинтуса. Есть за 378, а есть за 197. Просто эти более широкие, чем эти. Я, наверное, возьму за 197. Ну, взяла три штуки. И там соединительные элементы внешние, дальние, внутренние. Сейчас буду искать клей. И чем, собственно, их резать. У меня, может, у мальчиков своих будет, но сейчас посмотрю. Кстати, экран для ванны, то, что мне нужно. Комплектация. Культура. Вот цвета. Чисто белый, 585 рублей. Это, кстати. Вот, наверное, варианты нужно выбрать. Комплект панелей. Ну, в общем, вот такая вот цена. Вот плиточки, которые мне нравятся. 498 стоит. Квадратный метр. Такие вот. Много разных вариантов. Сверху камин. Очаг попадается. Кладка делается отдельно. И вот красота. Вот эти побольше, плиточки белые. Там дальше есть еще больше. Это для каминов всякие. Вот побольше. 1764. Вот те, которые мне нравятся. И такие я, конечно, хочу в спальне. Плиточки. Клей, да, вот этот всякий. Он рассказывает, как крепить. Ну и дальше уже отделка. Такая красота. Так, теперь я здесь сейчас возьму еще маленькую штукатурку и все. И на выход. Есть 5 килограмм. Вот бад за 144. Вот такая 95. Вот ее, наверное, возьму. Опять
ему или надо. Подожди, или вот это вот 10. Взяла все-таки 10. Вот все мои покупки. Это где-то на 1000 рублей. Сейчас еще пилы посмотрю, чем пилить. А вот он. Это раз по дереву. Стамески. Мадрид, Мадрид. Что можно распилить? Вариантов. По металлу. Ну, короче, сейчас буду искать. Короче, беру за 20 рублей вот такой держатель с пилкой по металлу. Я думаю, что если он металл распиливает, то уж пластик-то точно распилит. Чисто женская логика. Все, теперь точно все. Вот куча всяких винтиков. Винтиков. Мужской рай, наверное. Все помещается. Заднее сиденье откидывается. И вот так вот становится плинтуса. У меня же седан. Лада седан. Баклажан. Все, едем теперь за водой.